Доброе утро, уважаемые зрители! С вами Андрей Гуй и канал Авантюра Плюс. Всем привет! Сегодня воскресенье, прекрасное утро. Я приехал на речку Вуоксу половить на бурном течении. Мне понравилось, я здесь был несколько раз и хочу продолжить эксперименты с наживкой, эксперименты с монтажом. Сегодня попробую ловить на донку. Если не будет клево, попробую сделать монтаж фидер. Или, возможно, я поставлю вторую удочку. Посмотрим. Место такое вот красивое. Рыбаки есть уже. Ну, присоединюсь тоже. Начну рыбачить. Смотрите, будет интересно. Кормить я рыбу сегодня буду прикормкой фидер премиум Дунаев река красная. Буду добавлять кукурузу в нее и для аромата чеснок. И наживку буду еще дипировать коноплей ароматизатором. В качестве наживки у меня сегодня будет та же кукуруза, черви и опарыши красные и белые. На донку я ставлю вот такой монтаж. Кормушка, два крючка на коротких поводках. Поводки — это у меня нитка плетеная. И сама основная тоже плетеная, плетеный шнур. Первый заброс и неплохая плотвичка. Пока я ее отпускаю. Ну вот, друзья, начал я рыбалку. Уже, конечно, не самое раннее утро. Около 7 часов, начало 8. И рыбаки уже есть. Но, тем не менее, рыбка клюет. Вот подергивание. Уже вытащил одну плотвичку неплохую, но сегодня у меня цель не маленькая рыба. Плотвичек буду отпускать и мелкую рыбу. Если большое что-то поймается, возьму с собой домой. Очень хорошо на улице, градусов около 15, наверное, может чуть-чуть поменьше. Комфортно, ветра здесь нет. Ветер немножко у меня со стороны, слева. Дистанция ловли около 40 метров, 40-45. Глубина вместе лова где-то около 3 метров. Вот, поклевки идут. Кто-то дергает. Вполне возможно, что там уже кто-то сидит у меня. Надо будет сейчас проверить. Ловлю на быстром течении. Опять же, кормушка 90 грамм, ее сносит на несколько метров, буквально метров, не знаю, на 10-15. Бросаю в направлении там камыша на той стороне озера. И кормушку сносит вот, ну, прям от точки приземления метров на 15, насколько я вижу. Очень быстрое течение здесь. Там перепад глубин, получается, здесь плоское дно идет, а метр вот в том месте, где я ловлю, там начинается как бы русло, спуск к руслу. И там быстрое течение. С озера вода начинает ускоряться в протоку, уходить. И вот на этом месте я и ловлю. Так, надо проверить удочку. Возможно, там уже кто-то сидит.
О, и это у нас опять плотвичка. Вот вторая рыбка, красивая. Плыви. По-моему, какая-то мелочь прицепилась. Угу. Забагрил. Забагрил маленькую густерку. Мне она не нужна. Плыви. Ловись, рыбка. Большая и маленькая. Вот, сразу же. Поклевки. Опять неплохая рыбка. Вот, похоже, это елец у нас. Красивенький. Ну, пусть плывет. Мне он сейчас не нужен. Плыви. Ловись, рыбка большая, маленькая. Уточки орут. Так, течение тянет хорошо так. Кормушка все никак не остановится. Очень интересная ловля. Азартная. Ну, наверное, такая же плотвичка или елец. Ага, даже не плотвичка, а то у нас густерка с травой вместе. Вот такая рыбка, плыви. Заброс, поклевка. Вот она, вот она, вот она, поклевка. О, вот это уже неплохая плотвичка. Смотрите, друзья, какой красавец. Отпускаем. Ловлю на удочку Salma Snipper Feeder длиной 330, 90-граммовый. Для этого места, мне кажется, вполне подходящее. И катушка Shimano 6000, Shimano Sedona. Погода просто благодать. Ветра нет, очень тихо. Солнышко пригревает. Прям как летом. Хотя, конечно, еще лето формально. Солнце светит, птички поют, рыба клюет. Просто праздник какой-то. Заброс, поклевка, красота. И это у нас плотвичка. Друзья, моя рыбалка моя закончилась. Уже пора уезжать, около 10 часов дня уже. Рыбачил я где-то часа 3, наверное. По приезду часов 7 и часов до 9 было. Очень хорошая рыбалка, был очень активный клев, ловилась плотва, ловился елец, там густера. Потом после 9 почти практически как обрезала, рыба клевать перестала. Но удовольствие от рыбалки я получил, с чем с вами и поделился.
Так что смотрите мои рыбалки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Андрей Гой и канал Авантюра Плюс. Всем пока, увидимся на рыбалке.